Ну вот и очередной закат, друзья. И день великолепный, один из многих, уходит. И как красиво. Ну вот, не передает камера, к сожалению, всей красоты, которая на самом деле здесь у нас сейчас есть. Как жаль, как жаль. Но все же мы можем видеть sunset. Sunset по-английски. Закат солнца. Это великолепие. Прекрасный-прекрасный день у нас уходит и никогда не вернется больше. А здесь, видите, вот музыка, слышите, наверное, немножко молодежь. Все вышли провожать солнце. И вот такой пустынный пляж. Только отдельные гуляют люди. Вот такая полная вода. И солнце все ниже и ниже. Вот видите? Хоть и размыто, но все равно видно закат. Сейчас я для вас еще сделаю съемочку одну, когда совсем солнце сядет. Я иду туда вперед. И вам преподнесу один сюрприз. Очень романтично, очень красиво. Вот хотелось бы опять, чтобы моя камера передала всю эту прелесть для вас, друзья. И вот этот шум прибоя несмолкаемый. И вот это какие-то мгновения, частички нашей жизни, которые никогда не повторяются. Я вот говорила вам уже, что никогда не видела раньше море каждый день, океан тем более. А вот сейчас такое наслаждение видеть каждый день всю эту красоту. И еще интересно, что никогда не бывает океан одинаковым, он всегда разный. Он всегда завораживает, и всегда чувствуешь себя вот наедине с этой природой. Чувствуешь себя просто маленьким-маленьким каким-то существом, но в единении со всей Вселенной, когда вот такие моменты. И вы знаете, даже не хочется ничего говорить особенно. Вот хочется просто показывать вам эту всю красоту. Показывать. Вот смотрите, вот эта вот солнечная дорожка. Ну, прелесть. And I, with all my pleasure, would like to show it for you. Это я. А иногда, вы знаете, вот хочется говорить по-английски. Не знаю почему.
Наверное, все-таки потому что вот страна как-то меняет my mind. И вот вам забытый мячик на пляже. И сейчас вот солнце сядет и очень-очень быстро потемнеет. Потому что вот это вот мгновение, обожаемое мной, которое я называю сумерки, я уже вам показывала сумерки. На риф Пуэрто-де-ла-Крус и показывала вам сумерки в Таиланде. И вот теперь показываю вам еще и здесь, в Англии. Ну вот, как-то не могу без этого, я, друзья. Хотя вы знаете, вода холодная. Вот это, наверное, пожалуй, единственный минус здесь, на побережье английском. То, что все-таки холодная вода. И то, что я открыла пляжный сезон, когда было плюс 27 в апреле месяце, то сейчас уже я не рискую. Я никак не могу прийти в себя. Что-то простуда у меня. Но не будем о грустном. И вы знаете, мне кажется, не только я, но и, наверное, многие могут по пальцам пересчитать вот такие мгновения, когда люди любуются закатом, когда мы можем наблюдать закат воочию. Очень редко. Как-то все мы заняты, куда-то все мы бежим и торопимся. И, в общем, не понимаем абсолютно, что вот она, истинная жизнь, вот здесь и сейчас. Ну и последнее, пожалуй, вот то, что я говорила вам, сюрприз мой, то, что я для вас приберегла. Вот, друзья, отнеситесь к этому очень серьезно, хотя это может быть фэритейл, сказка для взрослых, но тем не менее, будем верить в нее. И тогда все сбывается. Смотрите. Вот я нашла для вас волшебную палочку. Вот такую чудесную-чудесную волшебную палочку, о которой я мечтала, когда была маленькой. И вот я ее нашла. И не только для себя, но и для вас. И я хочу, чтобы мы с вами загадали желание на закат, который, в общем-то, вот уже наступает. И сбывается желание, которое загадываешь на закат, да еще и с волшебной палочкой. Давайте загадаем, друзья. Ну а если серьезно, я желаю вам всем удачи, добра, любви, взаимопонимания, благополучия. Я желаю вам здоровья. Я желаю вам всего того, что вы сами желаете себе. Я желаю, чтобы вы все были счастливы и любимы. А самое главное, чтобы вас любили точно так же. Любовь должна быть взаимной, друзья. Стремитесь всегда к лучшему, стремитесь вперед и всегда-всегда мечтайте. Мечтайте об алом парусе на горизонте, и он, вы знаете, придет. Мечтайте о лучшем, и оно сбудется. Я вас всех люблю. Желаю вам счастья. Пока-пока.